Alliance ships are inbound to secure Captain Taylor and his crew, Commander. We'll be long gone by the time they get here. Don't even give them the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gurns back, I would be smiling at you. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did. But I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it. So who did? I did. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. You had no idea Miranda was behind this. No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. Come on, we got work to do. Aye, Commander. Shepard, thanks for the help. Anytime, Jacob. Всем доброго времени суток, с вами, как всегда, Дезертир, мы продолжаем записывать Mass Effect. Надеюсь, вам понравится, собственно, продолжать. Что я хотел сделать, посмотреть, есть ли у меня какие-то улучшения. Насколько я помню их, вроде бы какое-то было. Это пистолет крупнокалиберный. Посмотрим еще раз. Боезапас крупнокалиберного пистолета, отлично. Есть ли что-нибудь еще? По идее, нету. Хорошо. В прототипах тоже. Отлично. В принципе, остальным я всем доволен. Вот. Курону пистолетами. Итак, непрочитанные сообщения. Новых нет. Посмотрим, что мы можем здесь сделать. Мы здесь помогли, как вы помните. Поэтому мы возвращаемся обратно к ретранслятору. Больше нам помощь не нужна здесь. Никому мы ничего не должны. И все у нас в целом хорошо. Денежка у нас кое-как накопилась. Так, ретранслятор, пожалуйста. И мы будем завербовать Талли, помочь Джек. Система свой чужой. Естественно, сюжетные задания мы будем делать позже. Я не знаю, может, мне вообще стоит пометить отдельно, знаете, где там сюжет и вывести его чисто так, чтобы он сам по себе был в отдельную папочку. В отдельные. Ну ладно, не знаю. Наверное, так и надо будет сделать и помечать его сюжетным, с сюжетными заданиями. Сейчас мы полетим на Илиум, мы долго-долго будем там веселиться. Различные задания выполнять, там их много. Там их очень много. Вон, видите, на одном только Илиуме 4 задания. Помочь Миранде, передать Ляре разведданные, завербовать наемного убийцу, завербовать юстициара. И есть пару аномалий. Собственно, к которым мы сейчас и полетим. И вот у нас активность затмения. Давайте начнем с этого задания. Я не знаю, что там меня ждет. Но, допустим, обнаружена аномалия. В районе горнодобывающего комплекса на поверхности планеты замечены наемники. Комплекс принадлежит корпорации Edelf Ashland Energy. Определена принадлежность наемников затмения. Передатчик сигнала бедствия отключен. Сенсоры показывают множественные следы взлетов космических летательных аппаратов с территории комплекса. Ну, вы поняли, да? Короче говоря, там много народу.
что я хочу. Кстати говоря, мы теперь можем сменить ему внешний вид наконец-то, хотя он нафиг не нужен. То есть либо такой, ну, белый, по-моему, поприятнее будет. И мы можем сменить ему, естественно, тоже. Берем его и берем, наверное, все-таки морду. Хотя давайте по фану возьмем Гаруса. Ну, почему бы не поразвлекаться? Чисто так, знаете, для интереса. Хотя Мордин мне как бы здесь нужнее, важнее, веселее. Ладно, кратковременное увеличение нет. Я хочу либо гранаты, либо гранаты, либо все-таки зажигательные патроны. Вот, я, наверное, буду прокачивать гранаты. Что я буду прокачивать у наших ребят? У них прокачивать толком нечего. Так. Бронебойные патроны. Тоже можно, но лучше прокачать ему либо оглушающий выстрел, либо перезагрузку. Думаю, второе. Здесь меня все устраивает. Так. Ну что ж, давайте с вами. Упс. Простите, пожалуйста. У меня почему-то мышка вылетела немножко. Жучки какие-то тут ползают. Бежали мелкие. И мы сейчас с вами будем искать что-то полезное. Если оно тут, конечно, есть. Вот. В данном случае здесь есть компьютер грузового отсека, который можем активировать. И прочитать корабельный журнал. Грузовой корабль Тер-Алан, направляющийся в систему Дранек, совершил стыковку и принял на борт большой груз. Тер-Алан запросил сопровождение, ссылаясь на пиратскую активность по маршруту следования. Запросить запросил, получить не получил. Вон оно как, да? Хорошо. Получай по шее. Кстати говоря, надо не твое, а даже вот эту твою способность. У этого просто щиты вывести. Оу. Все плохо как-то, да, ребят? Бедняга, как ее там прям воротит. Прости, прощай, прости, прощай, да. О, как хорошо. Смотрите, как расправились. Никто не мешает. О! Выяснить цели затмения. Зачем они здесь вообще находятся? Сейчас будем попутно выяснять. Я уже веду себя немножко более нагло. На самом деле это, скорее всего, неправильно. Нам в ту сторону. Значит, можем обследовать эту. Здесь он, видите, какая-то фигня непонятная. Так, здесь больше ничего нету. Интересно, что это. Возможно, это какая-то добывающая фигня, которая добывает из камней что-то полезное в виде ископаемых или еще подобной фигни. Так, патрончики нам не нужны, но мы будем помнить, что они у нас здесь есть. Так, начать обход. И это с этим. 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 Вот так вот. Affirmative. Grabbing cover. КПК.
Тревога, мы атакованы наемниками, сопроводите гражданских в каюты, экипаж, после чего возвращайтесь на посты, необходимо защитить главный компьютер любой ценой. Ну, поняли. Что ж, видимо, у них это не получилось. On the ground now. Taking fire. Так. Надо чувачилу ухайдокать, а то он что-то больно борзый. Развалился он, бедняга, на части. Этот тоже. Обидно. I'll put them down. Так. This should slow him down. Сейчас он нормально постоит, и мы его заморозим. О. Не волнуйся, тебя тоже. Замечательно. Так, там сверху есть еще один. Его надо оттуда как-то... Fire in the hole. Как-то вытащить. Taking cover. Как именно его оттуда вытащить, я пока, честно говоря, не знаю. Understood. Yeah. Так. Но пока мы можем спрятаться хотя бы. Бамс. Гранатками. Главное не попадать под огромное количество их выстрелов. Иначе будет больно. Так. Замечательно. Щит восстановили, можно сразу атаковать. Ну, в принципе, как обычно. Потому что больших проблем возникнуть вроде не должно. Замечательно. Сохраниться можем? Нет, не можем. Значит, еще кто-то где-то что-то есть. А он и он. On the ground, now! Так как этим оружием я его, наверное, не достану. Вот теперь игру можно сохранить. Так, здесь главный компьютер, который можно взломать. Предварительно попутешествовав по... I'm on it. Мостик создали. Замечательно. Патрончики. Вас-то я и ждал, так сказать. Так, больше здесь ничего нету? Нам вообще куда, кстати говоря? Нам в ту сторону. К главному компьютеру, видимо. Все. Это максимум, который мы можем себе взять. Но здесь есть все-таки что-то еще помимо. Ну, как минимум, аптечка со своими 100 кредитами. Больше врагов здесь вроде бы не наблюдается. Ну да, больше здесь нет. Так что идем просто к главному компьютеру и смотрим, что уже тут нас ждет. Начать взлом. Все относительно просто. До тех пор, пока мы не найдем нужный нам отрезок. Круто. Справились с первого раза. Ничего сложного. Корабельный журнал. Грузовой корабль. Терлан, направляющийся в систему. Совершил стыковку.
Так, зашифрованные данные. Местонахождение Таралана во время последнего сеанса связи зашифровано. Расшифровать. Ну, было предсказуемо, что мне захотят надрать жопу. Right on your ass. Firing a high impact shot. Да. По-моему, очень даже хорошо получается. Так. Что-то мне это не очень нравится. Если он сейчас ко мне попадет, это будет прям трындец болен. Поэтому мы его должны были убить. Но варианта у нас здесь нет. Рано они, правда, решают использовать некоторые фишки свои. Расшифровка все еще идет, а патронов нам уже немного не достает. Так, надо все это как-то прекращать. Mind over matter. And stay down. Как он красиво там завис, вы видели, да? Так. No shield. Ах ты мразь. Надо бежать все дальше, потому что иначе меня здесь тупо убьют. I'll put them down. Замри, пожалуйста. Спасибо. Замечательно. Все живы, все здоровы, да? Отлично. Расшифровка завершена. Всего-то. Много времени не потребовалось. Так. А мне нужно для снайперской винтовки сейчас будет собрать потрошки. Замечательно. Так. Расшифрованные данные не полны. Для обнаружения местоположения Таралан необходима дополнительная информация. Данные переданы серверу для дальнейшего анализа. И тем не менее, несмотря на то, что вроде как все сделали, данные все равно оказались неполны. Но больше здесь мы вроде бы ничего не обнаружим, так что я думаю, что отсюда пора сваливать. Итак, обнаружены данные, указывающие на местоположение корабля Таралан. Необходима расшифровка. Получены очки, палладий и все дальнейшее. Мы наконец-то возвращаемся на корабль обратненько. Надеюсь, нам будет весело. Commander, you've received a new message at your private terminal. Кто бы сомневался, да? Я Лесли, я на Ае.
Я что-то съел и теперь болею. Доктора помогают мне. Один знает Джейкоба, сказал, чтобы он это передал. Он хотел написать, но я хотел сам сказать нет. Должен сделать я, должен, своими словами. Мои слова вернулись, я уже разговариваю, читать сложно, но и это возвращается. Становится лучше, Тейлор хотел этого, хотел, чтобы мои слова пропали. Я показал ему, что он теряет. Я не слаб, он делал что-то со мной, но теперь все. Он больше не заберет мои слова. Вы и Джейкоб остановили его. Спасибо, Лесли. Собственно, это один из тех людей, или одна из тех людей, потому что Лесли может быть как мужчиной, так и девушкой, которые были под отцом Джейкоба. I noticed the fish tank up in your cabin. If you'd like, I could feed your fish while you're away. I'd appreciate that, Kelly. It's my pleasure. Anyway, what's up? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? I'll be here if you need anything. Окейшки. Так, давайте тогда сейчас пойдем посмотрим, что мы можем еще здесь сделать. У нас есть еще одна аномалия. И потом уже пойдем в Тазале расправляться со всеми нужными и ненужными вещами. Итак, аномалия на планете Тарита. В системе Люсарна. Давайте даже прочитаю сначала, наверное, про планету. Тарита в целом похожа на Землю, за исключением относительно высокого содержания хлора в атмосфере, из-за чего при взгляде на горизонт отчетливо заметен зеленый отлив. Хлор стал жизненно важен для растительной жизни Тариты, и многие растения выработали возможность выбрасывать облака ядовитого хлора, защищаясь от травоядных. Этот газ тяжелее воздуха и поэтому стелется в низинах. Хотя для всех этих проблем существуют несложные решения, Тарита оказалась в нижней части списка планет, пригодных для колонизации. Из центра огромного хлорного озера удалось принять обрывок кодированного сообщения. До сих пор неизвестно, не является ли он сигналом бедствия затонувшего гражданского судна. И давайте посмотрим, где же у нас аномалия. Аномалия находится вот здесь. I have found something. Теперь у меня вопрос. Изучу ли я полностью? Да, исчерпано. Итак, предварительный анализ показал присутствие на планете высокомощного коммуникационного ретранслятора. Протоколы передачи сообщений характерны для наемников кровавой стаи. Рядом наблюдается скопление кроганов и ворка. Предположительно, проводятся шахтерские работы. Обнаружено присутствие форм жизни, неизвестные виды. Соблюдайте осторожность. Ну что ж, красную стаю мы могли помнить, когда пытались высвободить нашего Гаруса. Если помните, кровавая стая там была. И состояла она в основном как раз из кроганов. А это значит, что нам здесь будет немножко больно. Потом обязательно берем Грюнта. Без вопросов. И берем морду. Потому что здесь он нам все-таки пригодится, я думаю. Чтобы щиты снимать. Ну вы поняли, да? Fog on the planet's surface is interfering with your navigation. The nearby beacon towers may serve as a navigational contingency. Ну так как ни хрена не видно, примерно ориентир у нас башня, от башни до башни доходить. Я понял. Так. Здесь вот есть маяк. Внимаю всех рабочих, хватит копать на этом участке, там уже ничего не осталось. Немедленно переходите к следующим шахтам. Так. Маяк мы активировали. И вот теперь должны будем по вот этому маяку, собственно, проходить как-то дальше. Здесь больше вроде ничего нету, поэтому пошли. Toxin concentrations exceeding safe levels. Proceeding with caution. Хоп, вы поняли, да? Потому что здесь не будет видно фактически, как говорится, низги. То есть ничего. Get ready to fight. Это новые... Новые веселые ребята называются Кликсом. Как видите, они в конце еще взрываются. Круто, не правда ли?
Активируем маяк дальше, смотрим нам туда. Но можем пойти попробовать вот сюда, посмотреть, что здесь есть. И взять необработанный материал. Аж целых 400 платины. Так. На всякий случай берем дробовик. Здесь желательно не ходить по сторонам. К ним, в принципе, можно подходить и отбегать. Они будут взрываться. Но это небезопасно. Очень небезопасно. Так, здесь тоже есть необработанный материал. Больше здесь ничего нету. И мы бежим обратно, дабы пройтись по другой стороне. Все, посмотреть, вдруг мы что-то упустили. Потому что здесь ни хрена не видно, ничего не понятно. Ой, видали, краснеет. Потом взрывается, по идее. Ну, я думаю, что проще даже на самом деле им дать посражаться с этими ребятами. Бахнуло хорошо. Знатно. Так, я думаю, знаете, переключиться все-таки на обычное оружие, потому что я очень сильно трачу хорошие пушки, которые мне могут пригодиться. А это неправильно. Надо тратить всякую хрень. Так, ну это там где, ага. Я понял. Так, и лезем выше. Yeah. А где второй? Морда, ты где? Why were they here? Зачем они здесь? Что они здесь делали? Ну да. В принципе, можно. Сейчас узнаем. Внимаю всех рабочих. Сейчас же назад. Спасательный челнок уже на подходе. Когда они пролетят, те, кто не окажется в точке сбора, останутся с этими проклятыми жуками. Right. Включили дальше. Идем. Надеемся на то, что там что-то нас будет ждать. Right полезное. There. Indeed. Надо туда. Идем в другую сторону. Ну, вы поняли. Эта хрень чуть-чуть больше, чем кажется. Самую малость. Не хочу с ней встречаться. Вообще желания нет. Right there. Right. Так. I'll put them down. Indeed. Yeah, moving. Я думаю, здесь есть смысл больше пользоваться собственными скиллами, ну и их тоже скиллами, чем все же каким-то оружием. Потому что когда мы... Ай, блин, я забываю все время, что они взрываются. А, потому что когда мы тратим все оружие, нам его здесь брать неоткуда. Особо. Да. Еще один блок данных. А, Саламуль. Я больше не могу перебрасывать ворка с Омеги. У Гарма своих проблем хватает. Видимо, придется тебе взять на себя в руки и разобраться с делами, как подобает мужчине. Попробуй отметить границы маяками. Может, эти тупые ворка попросту уходят в туман и там теряются? Может быть. Давайте посмотрим дальше. Что же они здесь хотели такого найти? Нам нужно сюда. Мы пойдем не туда. Всегда идем в другую сторону.
Все очень просто. Хочешь найти какую-то полезную штуку, иди всегда в другую сторону от нужного тебе пути. Работает не всегда, потому что разработчики не всегда далеко оставляют различные полезные штучки, но... Вот видите, на возвышенности уже такого газа мы не наблюдаем. Здесь все видно, все хорошо. Маяк мы активировали. Надеюсь, они не заблудятся. Ну, в смысле, мои напарники. Вроде за мной пока бегут. Посмотрим мы, что здесь будет. Надеюсь, что все хорошо. Incoming. I'll put them down. One more. Какой ты прям, я не знаю. I'll put them down. Ну, с этим-то я справился, допустим. Все, да? Здесь было два. Нам туда. Мы сюда. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Нам как раз, по-моему, туда. Так, давайте проверим. А я хочу наверх. А здесь еще Ворка есть. И знаете, в чем проблема с этими Ворка? В том, что нам здесь негде прятаться. Тупо негде прятаться. Иных вариантов я не вижу. Но зато здесь есть очищенная платина. И два кое-как спасшихся ворка. Замечательно, не правда ли? Ладно, берем обратно мое оружие. И бежим. Дальше. Бежим. И надеемся, что что-то там полезное найдем. Например, блок с данными. Почему нет? А где материалы? Ты занимаешься добычей или ждешь, пока ворка поумнеет? Наш человек на Элиуме не может вечно нас прикрывать. А, помаринуем материал еще немножко, и нам придется попробовать себе... Точнее, и нам придется пробивать себе путь кулаками. А может догадаться, в каком бешенстве я из-за этого буду. Спорят они, видите, то есть кому-то нужна была поддержка, кто-то ее не оказывал из этих двоих, и поэтому... Приходит к таким вот конфликтам веселых. Ребят, мы дошли до последнего, финального. Грюнт опять где-то впереди ходит, бродит. Непонятно, почему он здесь. Я его туда не посылал. При этом, где находится морда, я не знаю. Он куда-то постоянно от меня сваливает. Но я слышу, что ворка с кем-то сражаются. И, скорее всего, с вот той вот летающей хренотенью. Уже не сражаются. Hostiles. Keep them back. Nothing can stop us! Impact shot! Fire! Мне просто надо снять ему барьер. Потом, чтобы морда его, по идее, поджег в идеале. Но это как... получится. Ну, вот видите. Отличненько. Шикарненько. Замечательненько. Можно сохраниться с более-менее спокойной душой. Но и не рассчитывать на хорошее дальнейшее развитие событий.
Ибо тут просто неоткуда взяться хорошему. Патрончики. Это обязательно. Это важно, это нужно. Обойти. Так, это с этим. Это с этим, это с этим. Произошло столкновение с неизвестными враждебными формами жизни. Бойцы кровавой стаи уничтожены. Кредиты, платина. Ну и, собственно, вы поняли. Закрыть отчет, все дела, радоваться жизни. И я думаю, что, наверное, на сегодня хватит. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем удачи и хорошего вам дня.